Интеллектуальная лига «Зачет» вновь собрала студентов Омска. В молодежном центре «Химик» 26 апреля состоялась игра «Напряги извилины». В борьбе за звание самой умной команды студентам предстояло ответить на вопросы из области науки, спорта, культуры, истории, литературы. Мы участвуем уже второй год, участвовали в прошлом году в «Зачете», приходили на финальную игру. Нам очень нравится эта игра, всегда такая уютная обстановка, очень интересные вопросы. В этом году решили снова заявиться, и вот мы здесь. Я раньше был просто в другой команде, давно не ходил. Сейчас меня позвали первый раз с этой командой. Ну, у нас женский коллектив, и я тут единственный мужчина. Поэтому, надеюсь, у нас все получится. Сочетание мужского и женского ума принесет нам победу. В игре приняли участие дебютанты и опытные интеллектуалы. Команда «Брэньякс» в прошлом году представляла наш регион на московском интеллектуальном шоу «Ворошиловский стрелок». Ум, логика, четкие действия и командная работа – то, без чего игра для этих ребят невозможна. Каждый должен отвечать за свою работу. Например, один человек должен записывать ответы, второй должен записывать вопросы. И остальные игроки, они должны не забывать, что голова должна думать, генерировать даже порой самые невероятные идеи и выдавать их. Эмоциональными получились обсуждения видеовопросов, где участникам предстояло, к примеру, перечислить название компьютерных игр, показанных на экране. Отгадать песню по набору смайлов необходимо было в эмодзи караоке. Интересные вопросы заставляют мозги немножечко покипеть, поэтому это хорошая такая разминка для ума, когда ты постоянно там на работе, на учебе, ты приходишь сюда и просто выгружаешь все это. У нас не полный состав сейчас, но чаще всего, да, один молодой человек. Он просто держит весь наш женский коллектив, заставляет нас держать себя в руках и не паниковать, не волноваться и вычленить из наших мыслей, потока мыслей, что это самое важное и нужное. По итогам игры места распределились следующим образом. Наибольшее число баллов, 42, набрала команда «Надо подумать». Три команды, те самые «Брэньякс» и «Ангара», получили за свои ответы по 40 баллов.